Всем привет, друзья! С вами снова Фастик. Приветствую вас на канале Фастик. Да, банально. Но ничего страшного. Мы находимся сейчас в NextRP. Вот. И у нас рубрика «От бомжа до миллиардера». Эту рубрику много кто снимал уже. Вот. Сейчас я, к сожалению, заболел, поэтому у меня могут быть неполадки с голосом, но самое главное, я снова буду для вас выпускать видосики. Начинаем мы вот с такого вот меню. Заходим мы на крымский сервер. Вот. Где-то внизу будет у меня реферальный код, который вы вводите и получаете крутые бонусы. А сейчас мы регистрируем аккаунт. У меня официальный аккаунт на крымском сервере — это Роман Федорович. Я тут не буду заморачиваться. Просто сделаю наоборот. Скин тоже. Не буду там гопника и остальных романтика выбирать. Все такое четкий. Пусть будет четкий. Так вот, это просто на отшибись какую-нибудь. Дату введем. Вот так вот. Ага. Проблема. Это я пробел указал. Все, понял. Итак. Заходим мы в NextRP. Однажды в России. Сейчас мы будем с вами проходить вместе сюжетку. Итак, что мы делаем? Мы едем на гелике. Нас сейчас будут учить управлять этим всем. Кстати, они что, гелик поменяли? Или я так давно уже не проходил сюжетку, что уже забыл, как там все выглядит. Итак. М. Я понял. Маршрут. Угу. Едем мы в салон Мерседес. Или нет? Кстати, они полностью переработали систему вот эту таба. Мне кажется, уже давно. Я это давно уже заметил. Куча обновлений было. Босс, нужны документы на товар. О, все, передаем ему документы, раз так просит у нас. Отлично. Теперь можно принимать товар. Вот ваш миллион рублей. И у меня его сейчас стыбзят, наверное, да? Иначе же тут просто так не может обойтись эта сюжетка. Тут уже вон люди пишут в чатик глобальный и торговый. Тут глобальный чат появился. Вот что значит, я давно в NextRP не играл. Вот. Надо довести этот миллион целости и сохранности. Ничего, довезем. Я столько денег перевозил на своем основном аккаунте, что я... А счет перевезет это все. Ох, злосчастный мост. Что сейчас будет? Мы едем. О, какой руль. Хорошенький, красивый. О, грузовик. Ты шо, офигел на меня ехать? И каким-то образом я вылетаю через лобовое и падаю в воду. У меня стыбзили гелик. Вместе с деньгами, я так понимаю. Добро пожаловать в NextRP! Да-да-да-да-да. Кайф. Так, пинг. Сверху, кстати, показывается. Давно ли они такое сделали? Или нет? Не знаю, короче. 3 недели спустя. Я где нахожусь? Я нахожусь тут. Это все понятно. Нам сейчас это будут предлагать. Салам алейкум! Все. Вот так вот.
Сейчас нам надо выполнять... Я рефералку здесь ничего вводить, наверное, не буду. Автобег, кстати, здесь сделали. То, что можно просто одну кнопку нажать и все. И пообъезжал такой. Бежишь, бежишь. Да, задание. Нарушаю все правила ПДД. Стой, 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 братан, братан, стой. Стою, стою, стою. У тебя жопа большая? Чего? У тебя большая жопа? Да хрен его знает, не мерил. Покажешь? Зачем? Надо. Смотри. Ах ты, сука, ёбаная. Да уж. Пошел народ. Извращенцы одни вокруг. Здравствуй. Здравствуй. Твои проблемы. Ладно, не будем о грустном. У меня, возможно, есть новости, которые могут тебе помочь. Вообще пофиг как-то. Тебе нужно выполнить пару задач. Забери мой мопед с ремонта. Ага, еще что-то сделать. Ну ладно. Раз нам так надо, то заберем, пожалуй, этот мопед. Раз так надо. Сейчас к Рустамчику подойдем, заберем мопед, отнимем, ключи отнимем и поедем на Кавказ. Ага. Ну чё? Альт. Чё альт? Канистру забрали. Чё теперь? Чё теперь? Забираем с тюнинга или с ремонта? А, нет, вот тюнинг, это ремонт. Тут шина, шиносервис, тут шинодиски, а тут что? Автомойка. А, то есть его мыли. Так долго мыли. Опа. Заправляем его. Садимся. И едем в далекое будущее. Ух ты! От первого лица на скутере я еще не ездил. Ла-ла-ла-ла. И меню радио они переработали. Красавчики. Next RP, за что уважаю, то что тут постоянно обновление происходит. И тут более-менее привычный такой. Отлично. Мне это нравится их графика. Пока можешь забрать мой мопед. О, спасибо за подгончик. О, воу-воу-воу. Что это я получил? Уровень 2. Забирай свои подарки и достижения. А, да, я при повышении левел могу же подарки забирать. Да. Знаю, знаю. Теперь что? Теперь нам надо эвакуировать мотик. Эвакуировать. Да? Что теперь делать? У меня зависло. Итак. Я перезашел в игру, теперь что у нас тут ждет? Мне какой-то кейс дали. Сейчас будет открытие кейсов. Это что? Next Pass. Награды Porsche SE. Можно мне его сразу выдать, пожалуйста? Это что, Субарик какой-то? Да это мне их сразу просто. О. Сейчас меня завалят. У нас же есть кейсы. Открываем без прокрутки. Еда какая-то выпала. Ненужная совсем. Это что? Это что? Карточки. Карточки, я понял. 50 карточек. Конечно. Чтобы я дальше покупал, донатил в это. Да. Спасибо, не надо. Не надо тут это мне... То да сё говорить. Оружейный кейс. Чё тут выпадет? Аптечка. Это хорошо. Если меня вдруг коцнут, я возрождусь. Достижение второго уровня. Будет с третьего уровня. О, ё-моё. О, какой красавчик. Итак. Побежали к челику. Хотя нафиг нам бежать куда-то. Где он? А, он там.
Я понял. Значит, придется нам бежать. Сервер крымский. Давно я, кстати, в горках не был. Я все тусуюсь на российские МСК. В горках тут давно не был. Прям очень давно. И шо тут? Ашот. Чё ты хочешь? Приветствую. Как ты? Хотя, знаешь, потом расскажешь. У меня тут подработка есть. Надо пару грузов развести. А, еще чего? Не заржавеет. Нафиг мне куда-то везти что-то. Ты чё, охренел? А, остановись. Все. Я поехал. 40 километров в час. А чё, у скутера 5 передач, что ли? Не знал, не знал. Не знал, что у скутера 5 передач. Все. Первая наша работа — это помощь курьерам. Куда мы едем? Мы едем по встречке. Мы летим по встречке. Куда, я не знаю. Но знаю то, что мы летим. Все-таки мы летим. Будем так вот срезать, чтобы побыстрее было. Вай. Все, давай. Че тут еще? Еще куда нам ехать? Куда нам ехать? Доставлено. А, то есть я уже... А где посылки-то? Откуда ты их берешь? Откуда ты их достаешь, чел? Алло, Вася. Как так-то, а? Куда ты их достаешь? М? Ашот, я думал, ты мне брат. Бежит, как сиреноголовый. Мне кажется, он... У него сиреноголовый стыбзил. Это. Бежим за ним. Ты чё не убегаешь? Встал такой? Всё, нате. Всё, иди нафиг. Всё. Забираем мы посылки. Где-то мой фиолетовый конь железный. А? Где он? Вот он. Гоним, гоним мы. Гоним, 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 гоним. К челику. Благодарю тебя. Честная работа, честная награда. Спасибо. Ох ты, ё-моё. А чё, а у меня нет премиума. Нет премиума. Ух, тварь какая. У меня нет премиума, а он издевается. Вообще, гад какой. Хиды нафиг. Все, едем мы. Мы к Анжеле, наверное, едем сейчас. Да? Кто такой? Не, ну... Я не понял, кто это такой? Какое он имеет право меня сбивать? Самого Фёдора Романовича. Мой батя Роман Фёдорович, он придет и наваляет ему. А пока еще ребенок.
Мне всего-то в городе 2 года живу. А мне батя уже 25 лет в городе отрабанил. На нарах сколько был. Привет, как ты? Привет. Про твою трагедию. Лучше потом расскажешь. Кстати, да что вы все про мою трагедию говорите? Пойдем сходим. А, мы сейчас в казино пойдем, да? Или в кино? Я так и не... Я не услышал, я ее вообще не слушаю. А, то есть я без прав еду на Е63. Да? Понятно все. Анжела, берегись. Тоби кабзда. Едем мы по встречке на черном ягуаре. Все. Я думал здесь заехать можно и забыл. Это ж Мерседес. Вот БМВ. Вот на нем заехать можно. А на этом Мерседесе нельзя. Ну чё, погнали, чё. Ты где? А, ты там это, репетируешь походку. Пошли на задний рад, целоваться будем, а? Затемнение. В Next RP ты можешь представить себя реальным человеком в виртуальном мире. Давай обо всем по порядку. Начнем с самой интересной части. Игровые механики, которые делают Next RP уникальными. В игре есть большой и разнообразный автопарк. Можно мне, пожалуйста, эти машины все? От привычного Жигуля до невероятного КиберВАЗа. А, КиберВАЗ не так уж и много стоит. Сумасшедших гиперкаров Бугатти Чирон и Ламборгини Сиан. В игре существует продуманная система социального взаимодействия. Каждый игрок является частью большого мира, и твои действия сказываются на других игроках и фракциях. Чтобы повышать рейтинг, помогай другим игрокам и получай лайки. Не нарушай правил, выполняй государственную работу на службе во фракции. Но учти, положительный рейтинг дает свои уникальные бонусы, а отрицательный — свои. Самый главный вопрос — как поднять бабла и самому подняться? Погоня за золотом — это всегда... Казино пошло нафиг, я там сколько раз прогорал. В игру казино со множеством игр. Русская рулетка, кости, слот-машины, классическая рулетка и многие другие. Теперь расскажем про 3 основных способа быстро преуспеть в игре без СМС и регистрации. Становись работягой по найму. На твой выбор дальнобойщик, фермер, инкассатор, пилот самолета и многие другие. Также можно вступить во фракции и стать государственным служащим. Построй карьеру медика, полицейского или военного. А может, ты всегда мечтал стать плохим парнем или даже криминальным авторитетом, но мама не всегда разрешала? С опаской предупреждаем. Уличные клубы всегда ищут новобранцев. Я вас не слушаю, вы это. Нафиг мне надо это все. Я буду жить, как я хочу, по своим законам. Как Равшанчик сказал. Вам откроется полезная информация для новичков. Навигатор по карте, а также список всех горячих клавиш. А чё он приморский? Чё не крымский? Вы чё, офигели? Крымский топ-сервер. С помощью F6 можно получить награду за ежедневный вход. Не забудь, что в игре есть правила, и их нужно соблюдать. Не, не нужно. С ними достаточно нажать F10. Все это лишь часть возможностей, которыми можно развлечься на Next RP. Не нужно. И попробуй сам. Правила соблюдать не нужно, это так. Будем жить по своим законам, как Равшанчик сказал. Вот. Итак. Чё, поцелуйчики прошли? Снова поедем опять куда-нибудь? В скором времени, что-то там в мэрии. Ой-ой-ой. Ой, я забыл то, что это ж Мерседес. Тут не проехать, не пройти. Все. А, кстати, у меня подруга есть. По уши влюблена в тебя. Нифига себе. Я здесь недавно, она уже в меня кто-то влюблен. Зовут Ксюша. Вот, кстати, ее фотография. Фу, страшная.
О, мне золотой кейс дали. Ну тут сто пудов какая-нибудь фигня выпадет. Я ж знаю себя и этот проект. Вот до ляма же не докатилась, да? Одежда. В магазине одежде можно примерить. Чё тут? Да, это бесплатно кейс какой-нибудь. А, пожалуйста. А награды? Награды. О, еще 5к сверху есть. А этот... Фортуна есть что? Есть, конечно. Конечно есть, братан. Все ради тебя. 500 опыта. Вообще на айзичах. Забираем. Копим деньги. Итак, услуги. Обнуленные медкнижки. Ой-ой-ой-ой. Все это нам не нужно. Не нужно все нам это. Так. Где у нас этот? Где? Акции. Где достижение второго левела? Будет доступно с третьего левела. Достижение третьего левела. Ремкомплект, понятно. Это что? Скидки типа. Понятно все с вами. Все. Забрал я. Ты чё на моем коне? Или не, или это не мой конь? Железный конь. А, не. Да сголосуем мы уже. Поголосуем, не волнуйся. Чё, куда мы теперь че едем? А? Ожидание встретит. Целый час. Целый час ждать. Опа. Контент эксклюзивный. Я не знаю, кто может во фракции в горке служить. Тут же мало. Платят, мало рейтинга и все такое. Ну, короче, тут все мало. Все. Будем знать тут. Ну. Что у меня с одного угла в другой гоните? У меня одна проблема осталась. Нужно забрать долг у бизнесмена. Ох уж эти любители пассивного дохода. Вечно деловые, а про долги вечно забывают. Забывают. Кстати, если есть желание быстро подняться, приобретай новый бизнес. Их по городу много продают. А да, вот я со своими 9000 бизнес очень хорошо приобрету. Я его плохо знаю. Со своими-то... Получается, с своими 9000 я какой-нибудь бизнес то точно смогу прикупить. Да, ты правильно говоришь. Ух ты, панелька работает. Хоть на этом скутере панелька работает. Едем, едем в соседнее село на дискотеку. Едем, едем на дискотеку со своей фанатикой. Или как-то там, я не знаю, как там появилось. Но нам главное забрать долг. Сейчас мы поизбиваем там кое-кого и заберем этот должок. Вот так вот. Все. О! Выбил дверь, но она нифига не выбилась. Куда погнал? Я ж тебя догоню. Я ж тебя догоню, чел. Ты чё думал? Я-то не догоню, а я-то догоню. Где моя пушка? Нет у меня пушки. Ах, жаль. Но я тебя догоню, чел. Воу-воу-воу, уже почти догнал. Опять на этом месте, что ли? Как с прошлым. А. Ну тебя даже тут и мутузить не пришлось. Все.
Забрали ключи. Теперь деньги из бизнеса надо снять. Арбуз, дыня. Уай, арбузы херсонские. О, а шо-то продаются. Армянские, грузинские арбузы. Очень вкусные. И чё? Ты. Чё не открываешься? Ладно. Алло, ты, а что ты? Алло, открывай! Открывай! Не открывает. Алло, алло, а что ты? Как-нибудь там этот бизнес открой. Магнита вот это вот. Ну ладно. Значит, пробуем еще раз. Еще раз пробуем его догнать. Раз с первого раза не получилось у нас. Вася, куда убегаешь? Куда убегаешь? На ты. И мат подлетел. Все, бежим быстрее. О, награда за онлайн пришла. Ничего себе. Надеюсь, там арбузы и дыни от Ашота Вазгеновича. Надеюсь. Все так оно и есть. Опа. Вывод. Вывели. Деньги. Все, надо ехать обратно к Александру, а то он меня все гоняет и гоняет, а зарплату так и не выдает. А если выдает там на пар на чашечку кофе с булочкой или пряником в ближайшей кафешке какой-нибудь. Едем, едем в соседнее село на дискотеку. Едем, едем в соседнее село со своей фанатекой. Едем, едем в соседнее село на дискотеку. Едем, едем в соседнее село со своей фанатекой. Ну, едем мы, едем. И шо? Доехали к тебе, Александр. Забор тебе немножко поломали. Кстати, чё ты в Рамседес? Мэнс, Рамседес. Чё ты тут работаешь? Рамседес. Как прошло? Все пофиг, как прошло. Ага. Я знал, что ты справишься. Why? Сколько мне дали? Ну ладно, на этом серию буду заканчивать. С вами был Федор Романович, Эгей Фастик. И всем спасибо за просмотр, спасибо, что смотрели. Всем удачи. И всем пока-пока.